Всем доброе утро! Скоро будем купаться? Да. Время 9 утра? Ребята, знаете, откуда мы взяли эти надувашки? Они вот здесь стояли. Нам принесли. Да. Это, наверное, от прошлых людей, которые просто покупают себе. И им это уже больше не понадобилось, да? Да, да, доченька. И вот нам и дали. Мне новая доска на плавание. Я хочу ее бросить. Сейчас солнышко выйдет и будем плавать. Время 9 утра, еще очень рано. Прохладно. Но через часик уже будет жарко. Это доска для плавания. Ну что, получается? Привички! Какая большая! Глазами шевелит, смотрит на нас. Гигантская просто! Какая она большущая! Это не чунчан Гетти, которые пищат по ночам. Это какая-то большая. Тритон. Пап, не пугай. Мы решили подойти ближе к этому чуду природы. Ближе, ближе. Так, все, он насторожился, сейчас будет убегать. Он, надеюсь, не кинется на нас? Трогать нельзя, Алиса. Алиса уже готова. Алиса? Он тебя боится, боится. Не трогай. Вот! Вот так! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой, какой быстрый! Ладно, пусть сидит там, лисюнечка, ему там спокойней. Доча, неугомонная лисюнька. Алиса! Алиса! Мама, хоть раз хочу. Потрогать хочешь его? Да.